Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Григорий Андрианов. Я вам расскажу о новинке книжного фонда Дворца книги «Диалоги с Евгением Евтушенко» Соломона Волкова. Эти диалоги записаны на камеру интервью, которое в сокращенном виде вошло в одноименный фильм Анны Нельсон. Книги «Диалоги Соломона Волкова» давно стали культовыми. Его собеседниками в разные годы были Джордж Баланчин, Иосиф Бродский, Владимир Спиваков и многие другие. В книге Евгений Евтушенко – тончайший лирик, живший по принципу поэт в России больше, чем поэт. Его интервью стало своего рода исповедью. Откровения Евтушенко об эпохе, современниках, личной жизни – можно прочесть только в книге, которая находится в центре чтения Дворца книги. А вы читали Волкова? Делитесь в комментариях.